Всем привет, дорогие друзья! С вами Леон, Вамп и Санкул. Мы продолжаем играть в наш дорогой Майнкрафт. Всем привет! Всем привет! Так, ну, в общем, как мы в прошлой части сюда забрались на эту планетку, тут немножко изменения такие произошли. Я, допустим, тут дерево посадил, уже сына воспитал, и дом построить не построил. Собственно, чем мы и будем заниматься последующие 100 серий, блин. Давай спускайся. Да, так, ну, в общем, я тут быстренько... Леон, выходи! Я вынесу... Вынеси попить! Да-да, попить, у меня тут попить только в виде замороженного льда. Так, я тут вещи собрал, ведра воды вам вынесу. Так. Ведра. О, здорово! Снежки там кидать. Смотрите, что я вам грибов просто скинул. Грибов. Приколюха. Это что, грибы? Нет, это лазурит. Мы тут нарыли внутри этого. Лучше бы грибов скинул. Тебе лишь будут грибы. Так, так. Вот это что за помещение? Это домик. Это чей домик? Это моё. Так, мы тут опа, в перерывах. Алмазы, опа, их нету. Эй, what? А, вот. Ох, Цинку, у тебя классная шапка такая. У тебя тоже классная шапка. Опа, два молодцы. Так, я вижу, тут уже начали домики потихоньку строят. Хорошо, вот печки тут есть даже. Для обработки. Так, в общем, чем мы будем сегодня заниматься? Давайте рассказывайте. Есть какие-нибудь идеи? Я генератор скрафчу и буду делать первое электричество и сплавы. Отлично. Так, а я, наверное, пойду добуду себе дерево и построю себе домик. Чё я как некот-то? Не сильно. А я, наверное, схожу до башенки, если хотите, можете северянин. Со мной. А давай, да, я давай. А, давай, ну, давайте-ка сходим. Да, там башенка какая-то, я даже не вижу. Сейчас надо лазурит выложить. Так, я выложу нам всякую канитель тут. Короче говоря, в перерывах постоянно что-то будет меняться. Вот уже, как видите, домик сделали, вообще лестницу вот эту. Шапки будут меняться. Шапки будут меняться, да. Прямо на глазах вот так вот магия. Так, идите к этому. Да, башенки. Да, башенки. Пойдем. Пойдем. Иди нас, Сусанин. Заведет нас сейчас там, угробит и шапку заберет. Какой-нибудь маньяк. Кстати, у нас тут заведется. Кроме планет и того, что тут есть Industrial Craft и ему подобный мод, я больше ничего не знаю. Тут такая сборочка модов. Ну да. Интересно просто ходить и искать это все. Вот знал, что шапки есть. Их количество не знаю сколько всего. Привет, Team Fortress 2. Очень-очень-очень много. Очень много? Угу. Вон та башенка, вот это не хотел сходить. Будешь коллекционером башенка? А, вон она. Ух ты. Я не знаю, люблю коллекционировать в играх что-то. Так, и вы хотите вплавь? Я вон пойду лодку пока сделаю. Давай, давай, посмотрим, кто вперед. Это реально даже спортивного интереса прибавляет. Кстати, думал, что планеты редко будут спамниться, оказывается, вон еще одна уже. Нет, они часто очень спамнятся. Но... Там от ценности зависит. Вот видишь, та из Назарака, из адского камня, в ней попадались алмазы. А эта из земли, в ней наверняка ценнее железа ничего не будет. Угу. О, там, кажется, деревня есть. Да, деревня. Отлично. Башенка от деревни, наверное. Нет, они иногда отдельно спавнятся. Ну чё? Давай, давай, посмотрим, кто вперед. Ты только мне её не сломай, пока я мимо вас проплывать буду. Если ты выиграешь, я тебе снежок дам. В голову, да? В голову, да. Эй! А если нет, всё равно дам. Чёрт, всё-таки сломали, блин, мою лодку. Всё, ты не победил. Я доплыл! Тут ничего не знаю, я первый. Так что, тебе лови снежок в голову. Ну, спасибо. Так, вот это башенка. О, она явно не от деревни. Ты смотри-ка, это не просто башенка, там еще что-то есть. Да тут же городок с жителями, прикинь. Не, ну вот, с городок-то мы тоже заприметили, но башенка-то не от города явно. Так, башенка-то что-то, да. Я уже от голода умираю постепенно. О, у меня есть вроде нет, у меня с собой нет ничего. О, тут... О, сундуки. Ух ты, нифига себе. Сундуки? Ну ух ты, ё-моё. Все мое, забирай. О, нормально. Ничего не знаю. Разбирай пока, молодой. Так, а тут что?
О, рыбка, рыбка. О, рыбка, хлеб. Эй, сперли все. Ладно, держи хлеб. Рыбки, ты там у нас голодный. Я себе вот сундук заберу. Голодный по Волжье. Лен, хоть штаны одень, ну. Блин, дайте кирку. Нормально. О, да тут вот. А это только железный, по-моему, ломается. Это что за сундук такой интересный? Я знаю, это эндер-сундук, ну. В нем каждый видит только то, что сам подложил. Кровать! Я тебе кровать пробил! Так. Там ничего нет, кажется, сынка. Тут лава есть рядом. Это да, обычные сынки заберу. Я знаю, что сынку у нас любит разводить жителей вообще, у него есть такое увлечение, так что я думаю, мы нашли только что одно занятие. Разводить? Я сюда потом перееду, ну. Да, мы сейчас все разберем. Подоставлю им кучу зверей. Ой, зверей, блин, дверей. Двери. Хотя, тут спуск вниз есть, кстати. Да? Да. А есть какие-нибудь факелы? Ответвление, да, да, вот у нас факелы. Я факелы собираю. Темно, по-моему. Я тут ставлю уже. Тут данж какой-то, походу. Эти пару штучек. О, нифига себе. Факт-то, слушай. Ё-моё. Чё там? А там разветвление потом за решетками в темнице сырой. Это целые катакомбы. Вот это... Кол. Спускайтесь сюда. Вот это да. Я уже тут решетку в одном направлении ломаю постепенно. Аккуратно. Так. Ой, ё-моё. Это не тот подвал, где портал находится? Нет. Ух ты, ё-моё, назад, назад. Чё там, кто там? Братика, надо отъесться. Какая-то система охраны, что ли? Я, кстати, дневник подобрал. Журнал. Ага, я тоже. Дневник? Да, он по-английски. А, вон, журнал у меня тоже есть. Типа... Рогу, поэтому журнал номер 773. Еще по бокам иногда вот так же вот сундуки стоят. Forced out of our own base, monsters every here. Фу. Пассачман. Вперед. Короче говоря, кто-то вел дневник. Типа, я нахожусь в катакомбах, здесь очень много монстров там. Ух ты. Я очень хочу домой. Там. Го налево. О, налево? Там... Тут чё-то ковер. Чё-то а тут кричит. Музыку, походу, можно послушать. Ой! О, нет, ребята! Лево любитель ковров. Я упал. Куда-то упал. Я что-то куда-то, я под ноги не смотрел, Вась. И упал. Ой, скорей. Сейчас, погоди. Так. Давайте, должен вот так сделать. О, да я себе тут из земли ну-ка сконструировал. Вот твой любимый ковер. О, слушаем, ковер! Ты уже пластинку нашел? Угу. Уже даже там в сундуке лежал. А, вот тортик, Лео, смотри, тортик. О, слушай, это ловушка может быть. О, сундук. Аккуратно, ну не смотри. О, дайте-ка, блин, всю еду разобрали уже. Вон тортик захавай. Я доволен, я 4 куска торта захавал. День удался, вообще. Летсплей удался, можно закрывать. Это я, пожалуй, заберу. Ты там... Все забрал. О, здорово. Кто там? Зомби. Странная катакомба, тут и ковры, тут уже и музыкальный аппарат, даже тортик лежал, это что? А видимо это на случай апокалипсиса. Что за праздник такой? Какой-то олигарх себе пошел. Лёва, на те же штаны. Волшебные. Волшебные штаны, так у меня вот на мне волшебные штаны. А эти волшебные? А эти еще волшебные, они еще розовее, все. Вот если лучше. Волшебство. Так, ну что, пойдемте дальше исследовать. Так, я тортик доел. О, бутыльки. Вы все сундуки пошарили? Вот семена арбуза, вот самое главное. Вот, смотрите, тут вот еще есть. Блин, у меня уже даже не хватает. Сейчас сделаю все. О, а вот этот уже пожестче будет. Так. Зомби. Зомби с мечами. Пойду-ка это. Он не хил бьет. Ой-ой, тут что-то шуршит. Воу, воу, тут... Что-то взрывается. Тут зомби-босс! Зомби-босс? Я к вам. Зомби-босс! Так, у меня только топор, у меня даже... А, нет, меч есть, мы убрали меч. Ниндзя-сапёр. Так, бьём. Один растворился. Ни хрена себе, да ну нахрен! Он заспанился за спиной только в дереве. Он взрывает и урона столько наносит. Он сам умрёт. Бри, зомби-босс. Где он, где он? Вы убили, да, его? О, теперь мне щапочка розовый. Отлично, вы же коллекционировали. Мне новых не прибавилось, не. Нет, это обычная железная розовая шапочка. Подозрительные катакомбы. А, во, еще вижу.
Так там спаун, наверное, зомби. О, шапочка! О, шапочка! Шапочка, шапочка, шапочка! Ей! С монитором! Левый пол. Так, я уже даже слышу, кто-то ломится. Кто куда ломится? Где двери тут есть, чтобы ломать? Смотри, у меня монитор на голове. О, вот это ценный ресурс. Вот это мне очень надо. Что там? Это походу для его крафта. На это потом найду. Тоже надо. Полази. Я люблю всякие такие штуки. Кто-то там ломится. Кто ломится? О, здорово. Так, это что он такой большой? О, это тоже зомби-босс! Зомби-босс! Ай! Беги! Так. Блин, у меня из еды вообще ничего не осталось. Тут житель, походу, был, его убили. Да ты чё? Это он носатым зомби стал. Кто не спавнится тоже? О, мне ботинки выпали. Кому нужны ботинки? А, у меня. У меня нет ботинок. У меня тоже нет ботинок. Или лёвый. Так, ну, так, у тебя есть шапка, пусть у него будут ботинки. Есть у кого-нибудь меч каменный? Есть каменный меч, так, держи. Так. А то у меня лазурит уже сломался. Ты его... Лол. Я его уже... Подобрал, да, его? Нет. Нет? Я его справа на панельку перетянул, он исчез, возможно, нет? Вот, ладно, выкинул. Так, меч, вот он, меч. А чё, серьезно? Справа, если в панельку выкидывать, которая справа, вот это вот, где рецепты, я удаляю, что ли, этот предмет? А ты админ, да, ты удаляешь. А, нифига, я админ, а я даже этого не знал. Ты еще админ, да? Ладно. Дайте мне уже факелов. На плави. Избавьте меня от этой ноши админа потом. Так. Господи, их так много, бежим! Там спаунер какой-то. Возможно. О, нифига, вот это доспехи. Вот это. У него стальные доспехи, вообще имбовые. Он еще один. Зомби, где ты тут? Доспехи нашел. Капец, их так много, слышь, там может спаунер какой, а? Еще один. Ну, я уже просто, ну, не знаю другого. Они снизу, прут и прут, черт. Сверху прут. Снизу. Ай, так много, мать вашу! Он еще босс, все, я сгораю. Нет, я умру! Я умру! Нет! Спокойно! Спокойно, без паники! Так! Мы все умрем! Я вижу! Давайте, бежать! Уходите! Бегите! Уходим! Мне же поесть нечего. Где тортик? Тортик, а, блин, повисит. Подземелье, я еще вернусь. Нет, черт. У меня там вещей куча. Вещей кучу надо забрать. Дерьмо забирай. Сваливать. Уходим. Мрачный зомби. Где выход-то? Вон там. Вон выход. Нет, тут выход. А, нет, тут. Тут не выход. Тут нет выхода. Я солгал. Нет. Вон лестница. Уходим. Бежать отсюда. Жопа, блин. Сэнкул, ты должен вернуться за своими вещами. Это мы только в начале были. Так это значит данжен, блин. Я думал, просто башенка. Я тоже думал, башенка просто обычная. А тут что, опа, нежданчик. Что мы думали, там столько ресурсов наверху было. Фига, мы такие неподготовленные сходили просто. Вообще. Ну, у нас потери. Минимально. Ох. Зато у меня теперь есть монитор. Блин, слушай, я снаружи-то тоже не беспокойно, неспокойно, беспокойно. Да, там летающий тварь. А, ну мы к рассвету успели, кстати, к рассвету. Что сейчас мы... Там криперы просто еще снаружи. Там он Сэнкул ходит, страшный сам. Ё-моё. Зомби пришел. Зомби. Да у меня еще здоровья так мало, мне на тычечку. Эй, не трожь жителей, воу. О, вот это, кстати, хреново, да. Сейчас я иду Сэнкулу помогать, там жителям надо. Еще у них освещения нету, такие, блин, так. Неиндустриальные ребята. О, отлично. Бронзовую перку нашел. Сходил, блин, уже с этой. Ё-моё, человек, я вас не звал. Я сейчас еще раз чуть не умер. Не спешно. Ё-моё, ё-моё. Так, я помогу. Я их чисто на себя агрю, чтобы они двери не ломали. Ну не трожь дверь! Житель дурак! Дверь открыл зомби. Дверь открыл, зомби убил. Нет, 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 нет! Меня убил! Падла, паскуда, тварь, в спину прямо! Я появился. Где вамп?
Нет, цинку где? У меня еще одну шапочку нашли. Ну, поздравляю. Я тут жителей спасаю. Дай бог тебе здоровья. Еще куча лута. Ты мне лодочку бы сообразил тоже, я... На тебе 3 досочки, а у меня больше нет. Я не знаю, куда ваши ресурсы здесь складывать. У меня уже полный инвентарь. Сейчас мы... А у меня же есть сундуки. О. Ты сундуки забирал с катаком? Нет, обычный. Я вниз все сложу. Так, ладно. Сынкул уже к тебе едет. Так. Твои вещи, кстати, там остались. Да? Да, мы не смогли все забрать, потому что я вот лично сам под завязку был. А, еще зомбак. Тебя откинуло? Почему зомбак в броне не горит? Понял. Я вот это интересует. Это какая-то особенная броня. У меня, кстати, знаешь что? У меня полоски еды нету. Это, наверное, потому что я в лодке или что? Тем их хорош. Да, когда в лодке нет полоски еды. А, можно спокойно не переживать о еде, когда ты в лодке живешь, да? Да. Нет, она тратится, только ты не видишь этого. Ясно. Да, это. Так, бегу. О, тут у нас компани. Все, я сдох. Так, все нормально. По-моему, сзади пришел. Отлично, давай. Спавнись. Мои вещи. Так, я в катакомбе за броней. Так, это явно не мои вещи, но я их соберу. Там возле сундука, все в сундук пытался положить. Там сундук, смотри, возле домика. Ага, вижу. Так, сейчас мы туда накидаем все это дело. Гиблое, блин. Данжен, блин. Ну, по крайней мере, у нас теперь есть цель, у нас есть кого охранять. Кого? Я мои шмотки. Чёрт, есть еще цель, данж туда? Да. Не в тот падик. О, еще планета. Добра. По-моему, тоже. Столько добра, столько всего. Столько бобров. Вообще. Так, это все. Вещи. О, лодочка. Ведра даже. Зомби, иди нафиг. Так, я слышу зомби. Ах ты пес, ах ты там скрылся от солнца, значит, да, в колодце. В колодце, смотри, на тебе топор в голову. В колодце. Укололся, блин. Все, готов, так, ну-ка, че с ним выпало. Зомби в колодце, что-то мне это напоминает. Да моё, я тут себе, сам себя запер. Ты все собрал? Я лично, да, почти все собрал. У меня там вещей моих уже нету. А, отлично. Их либо зомби накалили, убежали, либо еще кто. Топ. Ну вот где моя остальная? Все добро здесь. Вот, может, вот это твое? Да, вот это моя остальная. Так. Я вообще все абсолютно выложил. Постарался. Так, житель, чем ты лежишь? Там еще меч какой-то должен быть магический. О! Слушай, у этого чувака на голове шапка. Не хочешь его убить? Какого? Где? Вот это? Да. Какого? Он хочу. Мне не надо. Не, не надо. Дайте мне меч. Они потом. Быстро! Их местный суд тебя засудит, и сюда тебя не пустят. О, корову с шапочкой. О, а вот корову с шапочкой? Ну, что за приколы с шапками? Где мой магический меч, слушайте, а? А, ну вот, дождь пошел. Хлынул. Ух ты, какую прикольную шапку, все, добро. Нежданно-негаданно. О, это будет мой дом. Дождик. Верните мне меч. О, он, кажись, пос в моей броне. Или это не моя броня? О. Так, сюда. Уважаемые, я буду здесь Дай. Жить, мне нужна дверь. Броня? Есть дверь? Дай. Сделай себе дверь. Ой, это же фи... А, это уточка. Кто-то стучится. Открывай, открывай, блин! Сосед пришел! Мини-зомби бегает. Ух ты ж, ё-моё! Нашел место, где меня убили еще раз. Так. Там мелкий зомби в золотой броне бегает. О, все, нормально. Я себе дом сделал, господа. Давай, иди сюда, слышь. Капец, а чё, зомби ходят маленькие, зараза, днем? И не умираю, тут нормально вообще? А это дождь. Это дождь, да? Значит, солнце скрылось. Да. Че, новый
А вон еще один зомби. На тебе кирку. По голове киркой. Зомби так много вообще до хрена. Так. Ну что, собственно, я думаю, что мы сегодня видели достаточно. О, крипер. Иди сюда. Крипер, крипер, где крипер? Смотри, сзади у него шапочка типа крипер. А, господи. Я уже, блин, испугался, думал, сейчас полдома моего разнесет. Ну как моего? Ну моего. Вот. Крыши дома моего. Да. Ну что ж, на этом всем спасибо, господа, что смотрели. Вот такие приключения мы сегодня себе устроили на свою голову. Дальше интереснее. Подписывайтесь на каналчики наши. И всем тортик. Всем пока. Всем пока.